Здравствуйте, меня зовут Константин Бакшт, и я представляю вашему вниманию совершенно особенную мою книгу «Вкус жизни». Большая часть моих книг написана про бизнес. Эта книга в большей степени посвящена личным навыкам, которые какие-то можно применить в том числе и в бизнесе, например, постановка целей, управление временем эффективное. А многие в основном касаются именно вашей жизни, того, как в вашей жизни все происходит. Дело в том, что я очень большой сторонник технологичного подхода как в бизнесе, так и в жизни. И я знаю, что есть определенные технологии, которые могут колоссально повысить качество вашей жизни, сделать вашу жизнь более интересной, насыщенной, качественной, обеспеченной, кстати, ярче, красивее. В общем, во всех отношениях лучше и привлекательнее. Можно чуть более эффективно управлять своим временем. Повысить эффективность на 10, 20, 30%. А можно каждый день проживать несколько дней жизни обычного человека. То есть фактически вы концентрацию своей жизни по всем важным интересным событиям, и работа, и личная сфера, увеличиваете в несколько раз. Как будто вы можете с определенного момента взять и прожить несколько жизней. Как? Об этой технологии рассказывается в книге. И в этой же книге основной объем книги посвящен как раз технологии управления личными финансами и инвестициями. То есть фактически пошаговая технология достижения обеспеченности и богатства. Вы хотите стать пожизненно обеспеченным человеком? Так, чтобы в любой момент времени, даже если вы не будете работать или не будете просить доход в ваши бизнесы, то вы будете достойно жить с вашей семьей и сможете жить, поддерживать достойный уровень жизни в любой точке земного шара. А доход вам будут обеспечивать ваши инвестиции, причем доход будет пассивным, не требующим существенных затрат вашего времени и ваших сил. Как с нуля, без опыта инвестиций, без начального капитала, не имея особо существенных доходов, сделать себя за 6, 8, максимум 10 лет пожизненно обеспеченным, ну и прямо скажем, довольно-таки богатым человеком. Опять же, пошаговая технология есть в этой книге. Вы знаете, я написал 10 книг, ряд из них видит Бог весьма удачные. Но именно за эту книгу «Вкус жизни» чаще всего меня искренне благодарят читатели. Очень-очень говорят, огромное спасибо, говорят, Константин Александрович, что вы эту книгу написали. Я думаю, есть за что.